Сегодня один из материалов выпуска касался повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Кого тяготит бремя расходов, может начать экономить на электричестве, например. Какие самые эффективные и распространенные способы рекомендуют наши горожане? Нет, не экономлю. Хотим включаем, хотим выключаем. Не экономлю никак. Хочется, потому что почитать и телевизор посмотреть. Свет горит всегда. Нет, не экономлю. Меньше включаем, летом же день длиннее. Нет, не экономлю. Не экономлю. И никак. Нет, не экономлю, потому что я живу в общежитии. У меня общий идет счет, так что... Ну, свет стараюсь выключать, если в комнате не нахожусь. Никак не экономлю. Наверное, экономлю, да. Стараюсь включать свет только по мере того, когда наступает темнота, это раз. Ну и самое главное, энергосберегающие лампы. Ну, экономлю на электричестве энергосберегающие лампы, не покупаю. Ну и большинство дневным светом пользуюсь. Не экономлю. Тем более в июле месяце у нас повышение на все, поэтому приходится экономить наши зарплаты так. Большинство горожан рекомендуют использовать энергосберегающие лампы, а также не забывать выключать за собой свет и не использовать электроприборы без необходимости.